В Люберцах состоялся окружной турнир по восточному боевому единоборству. Эти спортивные соревнования стали уже традиционными. Они проходят в городском округе в 12-й раз. Во дворце спорта «Триумф» собралось более 130 участников из Москвы и Подмосковья. Люберцы представили 115 юношей и девушек. Тело нарастит мышцы, а главное закрыть дух. Появляется упорство, желание идти так, как победить. Я хотел бы искренне всем пожелать удачи и успехов. И нашей судейской группе искренне желаю, чтобы было судейство беспристрастным, пусть побежат сильнейшие. Я уверен, что спорт способствует гармоничному развитию личности каждого человека. Сегодня каждый из вас творит историю своей жизни. И от того, насколько вы будете упорны и стремительны к своей победе, будет зависеть развитие вашей жизни и вашей личности. Восточное боевое единоборство – молодой, но стремительно развивающийся вид спорта. Он объединяет в себе четыре национальных единоборства Восточной и Юго-Восточной Азии – сётокан, кобудо, кудо и ситорю. Каждый из них имеет свою международную федерацию, которая регулярно проводит чемпионаты, первенства, Кубки мира, Европы и других континентов.